Мария, добрый день. Какую компанию вы представляете сегодня на выставке и какую продукцию сегодня привезли? У нас компания-производитель, мы называемся «Шоколадный кутюрье». Который год уже в этой выставке участвуем, и, как обычно, привезли всю нашу продукцию. А чем можете похвастаться среди новых разработок в этом году? У нас каждый год выходит ряд новинок. В этом году тоже выпустили несколько совершенно новых конфет, новых с точки зрения как дизайна, так и вкуса. Плюс у нас каждый год обновляется новогодний ассортимент, который представлен именно обязательно каждый год своим новым символом года. В этом году у нас мышка. Поэтому, ну а так, в общем-то, Дед Мороз, Снегурочка, они бессменные ведущие наших хит-парадов, поэтому они тоже, как обычно, представлены. Многие производители часто сталкиваются с проблемой реализации собственного товара. Как вы решаете эту проблему и где уже реализуете вашу продукцию? Если честно говорить, прямо сейчас, на момент конца сентября, мы сталкиваемся с проблемой нехватки товара, нежели реализации, поэтому про реализацию и сложности реализации можно, наверное, поговорить весной-летом, а сейчас для нас скорее проблема наших производственных мощностей, потому что под Новый год и в осенний сезон спрос таковой, что нам не хватает, нам надо расширять наши мощности производственные. Мария, спасибо вам огромное. Да.